Так, идем дальше смотреть, где у нас данжены другие разные. Книга вообще не видно, дело подберем. Но мне бы не книгу, мне бы этот, но это на инферно, чтобы улучшить еще дальше это. Ювелирное дело. Где у нас? Идем дальше, смотрим. О. Зеваю. Так. Идем дальше направо. Мне напоминает, это тоже Гарри Поттера, вот это вот. Монстр. Ой-ой, привет. Укромный домик. А, разграбленный домик. Простолюдин, простолюдин, простолюдин. Деньги, деньги. О, ковальный сундук. Может быть что-то будет? Да не. Тоже ничего. Может быть важно будет. Укромный домик, я же говорил. Так, здесь у нас ничего, значит, идем ниже, сюда. Нас будет хилить этот темплар, крестоносец. Где у нас это? Где у нас вход в данжен? Здесь это, да, вот он. Боглохазан. Знакомое сияние. Похоже, обломок меча в этой пещере. Да по-любому. Ага, не попали. Идем быстренько. Убить ее! Тебя убить. Меня. Привет. Надо скорее завершить ритуал. Вот-вот прибудет Магда! Этот обломок излучает магию незнакомца. По какому праву ты собираешься отобрать мой меч? Твой? Ты ошибаешься. Но я уже заявила на него свои права. Я Магда, предводительница темного культа. Осколок принадлежит мне. Отправляйся в ад, ведьма! Ну хорошо, тогда поиграем. Давай поиграем. Интересно, кто же выиграет? Готовы твои все. Ты храбро сражаешься, но еще одного обломка тебе не видать. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Она коварнее, чем кажется. Магда, кстати, очень похожий голос на английскую версию. Буквально идентичный вообще. Классно сделали. Так, идем дальше. Тут ничего у нас. Золото. Никогда не лишнее. Так, наверное, сюда. Да, сюда, наверное. Нет, не сюда. Наши враги куда сильнее, чем мы себе представляли. Эти испытания служат какой-то высшей цели, но она мне неизвестна. Это судьба. Пошли дальше. Допашемся. Так, куда нам дальше идти? Так, журнал. Отнести обломок меча обратно до Декарду Кайна. Ну тогда давайте пошлемся в город. Не мы одни разыскиваем этот меч. Первый обломок я буквально вырвала из рук бешеных прислужников ведьмы Магды. Дядя Декард, не те ли это сектанты, о которых ты мне рассказывал? Молодец, Лия. Ты внимательно меня слушала. Помнишь ли ты что-нибудь о них, незнакомец? Я ничего не помню об этой секте, но чувствую, что за ней стоит великое зло. Капитан Очевидность.
что ли? Магда посмеялась надо мной, намекнув, что ей известно, где следующий обломок. Она сказала, что он упал туда, где могут ступать лишь древние. Думаю, речь идет о затопленном храме в гниющем лесу. Я помню, дядя, ты как-то рассказывал мне о нем. Совершенно верно, Лия. Этот храм был выстроен нефалемами. Лия, твои знания могут оказаться бесценными. Ты должна помочь нашему другу достать обломок меча. Нефалемы — это древние люди, обладавшие невероятной силой. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом, и бесплотные тени ее участников до сих пор бьются друг с другом. Да. Ну, классно. Расскажу вам секрет. Спойлер! Мы не фалем. Конечно, мы не фалем. Все уже давно знали. Наверное. Потому что это уже так предначертано. Ой-ой-ой, подожди. Мы с тобой не сильно отличаемся друг от друга. Во мне тоже сокрыты могущественные силы. Только вот я их не контролирую. Это настораживает. Пару раз, когда мне угрожала смертельная опасность, во мне как будто что-то пробуждалось. Не могу этого объяснить. Может быть, потому что ты дочка Диабло? С этими разобрались. А, кстати, могу рассказать одну очень приятную историю. Неприятную, так и смешную даже. Мы как-то... Я играл в Diablo, я был... Проходил Hell, вот эту, да, сложность, эту же. Только я был где-то 50-й какой-то левел, я первый раз проходил. Эй, на помощь! Ой. Они убьют мою подружку! Воры убьют мою подружку, если мы им не помешаем. Развяжи веревки и помоги мне! Чего они хотят? Голос очень, блин, знакомый. Откуда? Ее зовут Саша. Она дочка фермера. Так случилось, что мы знакомы. И у нее есть реликвия, за которой охотятся воры. Голос пипец знакомый. Я сейчас смотрю этот «Игра престолов», и оттуда голос тоже там есть такой. Бандит. Немедленно отпустите девушку. Это ее реликвия. И ты веришь в то, что несет этот прохвост? Вам же хуже. Тогда убьем обоих. Ладно, держи. На этот раз тебе от нас не уйти. Он добежать не успеет. Не добежался. Это еще не конец. Гильдия воров из-под земли тебя достанет. Да я не помню, чтоб ты меня достал потом. Вот реликвия, любовь моя. Я ее спрятала, как ты и просил. Отец что-то подозревает, но все это будет уже не важно, когда мы поженимся. Осталось совсем недолго, правда? Конечно, милая. Скоро мы поженимся, будем возделывать поля и нарожаем сопливых, то есть прекрасных детей. Но сперва мне надо продать эту реликвию. Для этого нам с моей помощницей придется кое-куда съездить. Ты собрался со мной? Конечно. Похоже, ты отлично знаешь рынок. Идем, скорее. Ой, девку обманул. Погоди. Это реликвия подделка. И как я раньше не догадался. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Похоже, тебе не помешал бы помощник, а мне как раз надоело тут торчать. Ты ведь не собираешься принимать предложение этого негодяя, правда? А, вот ты где. А как же твоя невеста? Невеста? Я что, похож на примерного семьянина? Кстати, меня зовут Линдон. Линдон будет в городе, это тот с арбалетом. Признаться, меня пугает то, что говорится в книгах об Аларике и этом храме. Ты должно быть Аларик, Вечный Страж. Дядя Тикарт говорил мне, что ты охраняешь это проклятое место, но я думала, это просто сказки. Ты не фалем? Да. Нет. Нефалемы исчезли 1000 лет назад. Ха. Это выдумки.
Ты хочешь войти в наш храм, но это дозволено лишь Нефалемом. Я Нефалем. Здесь неподалеку есть гробницы. Если ты найдешь там ключи и откроешь ими врата, то мы увидим, кто ты на самом деле. Ладно, пошли доказывать свое нефалемство. Следуйте за мной. Я подниму... Ищи в лесах две гробницы. Последнее пристанище воинов и склеп древ. Так, бежим. Этот лес укрывает пелена древнего проклятия. Сундук. Так, смотрим, что у нас тут. Это люди Аларика? Нет, это злые духи. Испейте ее крови! Дядя Декарт называл этих летающих тварей крылатой смертью. Крылатая смерть? Нас что-то ждет они... могучий противник! Что-то они только дохнут с одного удара. Энергии слишком мало. Ой-ой, мне тут. Аккуратно. Достойный противник! Достойная победа! На английском он кричал «A worthy for glorious». И что-то вроде того. Они продолжают сражаться, даже после того, как их жизнь прервалась. Это достойно уважения. Загробной жизни можно было бы найти и более достойное применение. Ого. Потрясающе. Совсем как в детстве, когда мы с дядей Декардом искали древние артефакты. А, кто стучится на дверь? Секунду. Так, извиняюсь, меня друг постучался в дверь. Я сейчас как раз еще баночку пепси взял, чтобы освежиться. Продолжаем. Долбим мобов. Это только разминка. Во-во. Самая будет жопа это в этом. Как его? Ну, арканы тут хватит, туреты эти ставить. Да сдохнет уже. Так где главный мод? Кого мне мочить? Вот золотой, давай еще.
Так, 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 аккуратно. Берем святилище удачи. Наконец-то. Так, возьмем это еще. Готовьте вы уже, а. Берем сундук. Если что-то поломать. Не всегда хочется ломать что-то. Так, там ревень нажмем. Продадим. Деньги нам. Деньги всегда нужны. У нас сейчас 170к. Вот представляете, то есть мы играем еще только первый акт. И мы уже заработали 100к. Нормально. Идем обратно. Или куда идем? Вниз? Не, обратно. Чтобы не тратить время.